Всем привет, дорогие друзья, с вами сегодня Змейкрафт, и сегодня со мной Зима 134. Всем привет. И сегодня мы будем выживать в этом чертовском говне. Топ-сборки мира, Аркане 1-3. Ты хотел это сказать? Идиотизм. Давай нажмем букву К. К, и тут надо выбрать, я универсал. А как выбрать? Просто нажми. Чем нажать? А, тебе нужно сначала, нам нужно сначала заработать. Видишь, у тебя сверху шкала. Ну... Надо одну заработать, во вторую, третью. Короче, мы будем выживать с этими, с этой сборкой. Говно. Заставилось. Поговори. Чем тебе сборка не устраивает? От третьего лица, которое вот этот сбоку, вообще неудобно ломать. Чё, предлагаю пойти исследовать мир. Let's go. Твои палки оставлю. Твои палки, на. Где мои палки? Я их уже использовал для кирки. Ах ты ж... А, что? Я... Эх ты, сука! Спиздил. Так, надо по-бурому как-то сделать. Вот так вот, оп. Меня тем временем счетчик ВП же ошкаливает аж до 500. Нормально. Чё ж ты тогда не создал мир? Вот именно! Подожди, у меня автопрыжок. Там уголь есть? А, автопрыжок. А чё есть? Уголя нету. Что? Чё? Прыгать по блокам не надо. Ну да. О! Я нашел, где мы закинтуемся на ночь. Ведьмы? Да. Тебе есть лучшие идеи? Он ведьма, а почему он мне в болоте? Ты черный кот. Всё, нету, Данил, это новый Майнкрафт. Говно не. Давай посмотрим, что у нас по... Ох, ебать, что у нас по карте? У нас по карте жопа. Ты видишь, у нас карта? Когда я в верстаке, у меня FPS падает до 20 почему-то. Что, зайди в верстак, я что, реально могу тебя еще пиздить? А! Как же интересно, что здесь... О, веточки. Палочка. Есть. Я добуду еще побольше дерева. О-о-о! А ты не знал то, что можно внизу ломать? Вот. А я не снизу его сломал, а шифтом. Боже. Долбоёб, блин. Нихуя у тебя там дерево посыпало. А что, вроде норм. Как будто изи нарубим дерево. Так, пошли поисследуем, я хочу найти какие-нибудь там. Ну, сложность нормальная стоит. Да, я вижу. Зомби у нас все на карте, но. Карту открой и посмотри. Мы сейчас к ним подходим. Да, да, я вижу. Ладно, пока спадайся, я пошёл дальше. Откип инвентарь. Не-а. Ах ты ж... Ой, а я забыл, что-то у нас, что щит у нас есть. Бум. С нами идет Алекс. Алекс зомби. Похер. Тебя похер. На тебя похер. Еды дай. Нет, у меня еды нету. Красное дерево. Где? А, это говно не. А, это клен. У тебя крипер идет. Сзади крипер, Дэн. Ты мой клен спиздил. Я дошел это. Ой, а я что-то нашел. Че? Тюремные камеры. Где? Ко мне подходи. О, зомби-житель. Ой, я вижу призраков. Пойду к тюремным камерам. Где тюремные камеры? Блин, ты где? А, вижу тебя. Как ты их вообще там это увидел? Я увидел свет в конце туннеля. А у тебя там призраки летают. Ой, бля. Ой, ох, щит. Нифига! Это кто? Помоги, помоги! Дэн, давай, я снимаю. Тормози, дай я хоть. Бля, я помоги, зверь. Помоги! 3 хп! А, ну тогда лучше посмотрю, постою. Ой, я куда-то загрузился. Тюремные камеры. Да, я вижу, ты пропал у меня. Я за решеткой. Серьезно?
хорошо. Ладно, давай я хотя бы типометры включу. Если что, мало ли. Какие-то скляночки ломаем. Можно добыть? Че, кипенометры включены сейчас? Тут крита нет, что ли? Какого крита, Дэн? Ты как ты на какой версии играешь, алло? Ух, нихуя себе. О, все, у меня навык появился, я могу теперь. О! Слышь? Здесь кто-то есть? Ух! Куда я попал? Там твою режь. Тут зомби в джинсах. Ты кто? Гомосек? Так, нажмем К. И я буду... Я буду универсал. Я универсал. Ага. Но эти тюремные камеры ничего не дают. Куда идти? Ты универсалом будешь? Я уже. А, да? А тут очень много мест. Очень. Ну, давай я буду воином. Давай я воином буду. Давай. А ты выйдешь оттуда или так и будешь там? Я гнилые плоти добываю. А тут очень много, где можно наисследовать. Я нашел монтировку. У тебя там прям много чего там? У тебя там прям много чего? Ну, ничего, но не так очень много. О, блядь! А почему? Ты прикинь, у Реально, я его универсала взял. У него два... Что? У него всего лишь... Я считаю... 8 сердечек. Я понял. Ты жив? Живой пока. Что такое? Давай я к тебе тэпну, чтобы я посмотрел, что там хотя бы. А как тебя зовут? Ой, я гаймёт пишу. Фу ты. Здорово. Мы в камерах? Мама, где находимся? Очень. Ой, сила 3! Внутри. Фу! Тут очень много чего плутать, может быть, очень много мест. Иди монтировку возьми. Стой, иди сюда. Подожди, я забираю железо. Короче, кинжал ассасина возьму. Огненная. О, это хавать можно. Где? Что взять? Там. Сейчас. Монтировку взял. А что железо пропускаешь? Расходимся. Что железо не нужно? Расходимся. Расходимся. Вот смотри, туда иди. Вон туда, вон в ту сторону иди. Я пойду. Давай, 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 давай. Тихо, не спамь. Что, блядь, лучник? Бать твою руку наносит. Угу. Классно, зашлись. Дай-ка я заново к тебе тэпнусь. Я умер. Где-то. Я тэпнулся, можешь кому-нибудь. А я тэпнуться могу? Не знаю. Сейчас, подожди. Не могу. Срочно. Ещё, полай, одну хп. Тэпай. Я убегаю. Убежал вроде. Тэпнул. Где, где? Да, защити меня от него. Вот кто, как его убить? Дэн, как? Бей его, пока он на меня. Найс. Куда он, в какую мне сторону? Это вроде моя была сторона, не? Я что-то запутался. Нет, твоя вот там. А, не, да. Мы только начали выживать, я уже, знаешь, сколько нашел. От, он прям очень сильный какой-то чел, который зеленый такой прыгает. А, зеленый. Легкий, если стопора убивать. Не. Найсик. Бумагу тоже заберем. Здесь ничего. Ну все, я, наверное, уже ничего не найдешь. А это что у нас? Это просто клубочки. И тут ничего. У меня, в принципе. Че? Вот еще впереди есть правда. Иди к дверям. Бегу. Я что знаю, где тут центр? О, вроде на они. А, вот это. Забери их. Вот лечебную флягу. Дэн. Беги!
Охуеть. Быстрее, он с одного удара выносит. Забирай лечебную флягу, она тебе. Что она делает? Давай, кстати, посмотрим. Просто у меня хп мало. Фу. Она лечит, да, нахуй. У меня было пол хп. Так. Я все. Ну я убираю. Я просто запутался, где мы уже были, где нет. Тебя можно утащить с собой? Ну, хоть так. Откуда у тебя такой меч? Я его... Только что нашел? Да. Сколько надо? Я могу, кстати, дать кинжал. Сколько у него урона? 5. А скорость? А, нифига себе у него скорость атаки. Так, и дальше тут у нас... Вот клетка. А мы на карту что не смотрим? Мы ничего на карту не смотрим-то? А, я про карту. А у нас верхний этаж еще есть. Охренеть. Я на верхнем этаже. Ох ты, блин. Давай, я наушник. Место самое сложное, да. Лечебную флягу забираем. Изумрудники заберем. Давай, забирай, забирай. А, пронзающая стрела, небесная кара не нужна. По сути, нам тут должен быть проход. Давай раскопаем его. Ага, вообще, я, кстати, удивлен, то, что у меня еще... Твердая порода. Значит, нам вот сюда вот, и где-то тут-то подняться нам надо. У меня как у обычного человека. Да? Но я могу, там плюс сердечко у меня есть. Стоп, нам не сюда. Пошли, я, кажется, понял, куда нам. Я видел эту. Вот сюда вот, вот он, сюда нам. Ой, тут просто сундук, типа. Ну, я понял. Ничего такого, в принципе. Тут есть... А вот тут мы направо разделялись. Да, разделимся, просто сейчас поверху полазим. Тут понял, у некоторых можно наверх забраться. А там, где я был, там можно было наверх забраться. Мне еда, ну... О, нет, есть еда. Казачьего защиты, сюда. Я еще вкачал ветку у себя, теперь у меня. А, плюс 3 урона в ближнем бою, плюс броня. Так, подожди. Скорость атаки. Минус одно сердечко. У меня 3 алмаза уже. Ух, мне кажется. Высота прыжка. Что-то тут... Урон в ближнем бою, и минус сопротивление, и плюс сопротивление. Давай я по этому пойду. Самый такой. У меня много плюсов, но есть и минусов тоже так прилично. У меня конечно. Очень большой минус, то что хп мало. У меня сейчас нужно... 1, 2, 3. Это ты? Ой, блядь. Ты бегаешь, я обосрался. А вот подъем у тебя наверх. Вот еще что-то мы не исследовали. А тут под этот спуск вниз нашел. Угу. Целых и сундук. Так, я нашел кинжал. Слышь, а ты чё? Ты у нас с луком дружишь? Срочно. С руком? С руком? Да, ладно. А где ты? О! Ну, это типа изи. То, что у нас. Так. Ты у нас с луком, Дэн, дружишь? Да не а? Очень. Ну да, в принципе. Если... Не, ну у тебя типа нету минуса по луку, типа минус 10 урона к стрельбе. Там. Не-не-не. Ну, давайте сейчас тогда его дам. А там я... Ладно, кто были? На пустые. Я внизу. Спустился. А там еще ниже прохода нет? Есть, есть, я вот как раз внизу. Да, серьезно, там еще ниже есть? А, вот еще ниже, я, кстати, смотрел. Я нашел, кстати, да, выход. Выход, молодец. Так, давайте сразу решим, можно телепортироваться или еще алмаз. Телепортироваться? Да я думаю, можно, что нет. Если у нас это. А, Дэн. Телепорты отменяются, у нас это, метки есть. Слышь? А я не поставил мет. На... Я... На... В смысле не поставил? На чё? На выход. Я поставил, Нисон. Ну я к тебе телепортируюсь.
Так, еще раз прокачались. Можно и плюс скорость. Все, найс. Слышь, ты у нас прям в самом-самом-самом низу, да? Там ну, по сути... где мы с самого начала были, там еще есть ниже. Да-да-да. Как мне теперь спуститься бы к тебе? А как ты спустился? Ну там я как-то нашел проход. Прикол, я надеваю броню, мне скорость не нужна. Я дверки нашел. Да ебать ты сносишь, чел. Блин, а ты помнишь, как на метке ТФПЦ? Я забыл уже. G... Нет, подожди. М? М, да. По-моему. М. Только тебе надо находиться в этой области. Метки находятся. Я забыл, как метки понял открывать, потому что надо. Б это метка, типа. А. О, тут есть этот... Мы можем по рации говорить с вами, типа. Микрофон здесь есть? Да-да-да. А-а-а. Здорово. Ну, я сейчас попробую найти эти. Нашел. Вспомнил. Так. На... Ой, блин, я далеко тебе. Чё здесь? На Г русскую, Дэн. На Г русскую. Понял. Мне бы вспомнить, как к тебе опять попасть, а то я в обычном мире неподалеку. Просто тэпайся тогда. Да не. Договорились уже без тэпайток, все уже. Сейчас приду попробую. Бум. Зашел. Это другое измерение, что ты принимал. В обычном мире я не мог. Да, я. У меня 8 алмазов. Да как ты их находишь? Я вообще даже не понимаю, где ты. Вернись ко мне на средний этаж. Я уже не знаю, где я. Что у меня 8 лечебных зелий. О, я нашел спуск вниз. О, нифига себе, спуск вниз. Его, кстати, трудно не заметить. Тут где-то на 3 этажа вниз. Я уже потерялся. У меня вот жрачки... А, не, не жрачка. Сука! Чего у тебя там? У меня 3 сундука. О. Взрывающий. Кого перво? У тебя перво. Я тебя слышал. Да, мне тут сложно. За мной чел с щитом и какой-то. А, его легко убить. Главное, дай ему этот. По тебе. Не по тебе ударить, а именно ударить тебя в щит. Он просто дальше пробежит и ты его взад пробежишь. Ну офигенно я его ударил. Уля-ля, вот это меч! Не, дай к тебе просто в мир ТПФнусь, а то у меня точки. Тэпни, забери мой меч. Забери. А где? Ух, чё у тебя за меч? В нем 10 урона. Понял, мне бы на свою точку тэпнуться. Сейчас. Тэпнусь. Всё, давай, удачи тебе там. Главное... С каждым разом все больше и больше мог. Я тут уже было, я все потерялся. Алло. Алло, алло. А что там? О, еще один алмаз, один алмаз. А что ты не сказал, что ты вымещал? Что за способность? Какая способность? Я вот правой кнопкой удержал, у меня способность какая-то. Я не знаю, что это за способность. Не разобрался. Она только мешала активировать щит. Еще ниже, Никит. Да. Еще ниже есть? Да. А, она тэпается, Дэн. Я могу натэпаться к челам с этой способностью. Хочешь тэпнись ко мне лучше? Да не, подожди, мы тут свои. Челики. Нанс. Нанс, давай. Сила 3. Сюда. Еще один алмаз сюда, 12 алмазов. Найс, убил их, этих дебилов. А, нет, оно на два сердечка, если не убили.
Что именно увеличивают? Вот это пилка? Фляга, фляга. 2 хп увеличивают. Там еще ниже, да, говоришь, у тебя есть? Да. Куда еще ниже, ё-моё. Тут есть рюкзак? Я хочу скрасить рюкзак. Был бы рюкзак, и был... Тут должен быть рюкзак. Еще ниже, да, еще ниже. Я уже запутался, где я был, где... Я тоже путаюсь. Во-первых, тут у меня железная броня добавляет скорость. Вот это понял, тут, ну, типа, подсвечено, типа, таким квадратиком, где ты не... Да-да-да, это мобы, где смотрят. Да-да-да-да-да-да. Ещё один... Ух ты, У меня уже весь инвентарь забит. Так, сейчас, минуту, у меня ветка моя улучшения. Я, кстати, тоже надо прокачать, спасибо, что напомнил. Так, у меня плюс хп, я себе восполнил. С хп, чем без. Нифига себе. 13 алмазов, ну куда? Одни алмазы дают. Как ты вообще их находишь? Я не понимаю. Не знаю. В сундуке, типа? Да, не в сундуке. Я всегда не нравился. Так, вот тут я вроде бы не был. Я знал, что там что-то не так. Давайте к тебе, что ли, опять. Так, где ты у нас вообще находишься? Где тогда нахожусь, их? Их двое. Шлонс. Что, может, пошли уже в обычный мир? Сейчас, подожди. Интересно. Еще дверь. Изумруд. Нет, 20-33 изумруд. У меня еще 5. Я нашел сбалансированный клинок. Сбалансированный клинок? Да. Сколько у него урон? 5. Понял. Но он прикольно выглядит. Как острота 3. Мишечку наберу. Еще алмаз, 15 алмазов. И в шахту не приходится. Еще алмаз. 16 алмазов. Пошли отсюда выбираться, Дэн. Давай, поймай. Правда как? Где? У меня вейп. Сейчас убью чего. Ой-ой-ой-ой-ой. Что это такое? Прочности мало. Ну и фиг с ним. Ой, я дошел до конца. О! Тропа обреченных, подожди. Там типа. Я какое-то еще новое измерение. Етить мой Боже глаз. Боже мой, Дэн, какое измерение? Тропа. Где находишься? Тебе нельзя одному отпускать территорию. Охренеть, я вижу данж. Лепнись ко мне. Так. Ну. Бля, где мы? Я не в кустах. А, это ты меня ударил? Да. Зачем ты это сделал? Мне... Холодом, удар холодом. Где ты? Когда ты успел одеться? Ну, все, что... Я тебе железо скинул, если что. Угу. Все, что я понабирал, там железо всякого. Слушай, мне пошли кажется... обратно, нам нужен домик наведем. Потом в данж сходим, Дэн. Пошли обратно. Подожди, сундук. Ой! Это летающая дичь. Ладно, погнали. Живой сундук? Нет. В этой сборке есть. Бэмс. Всё, в принципе, погнали. Давай, погнали. Давай. Сейчас. Это нафиг, это нафиг. Ты в портал уже прыгнул? Нет, еще. Это что за хуйня? Твою мать! Бегун. Все, я в наземном мире.
Плохая новость. Какая? Я тут застрял, походу. Не бывает, я посекал. Выйти нереально. Ладно. О, наконец-то мы тут. Стой, 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 мне интересно, стой, дай, дай попробую вот этим прыжком нанести. Надеюсь, больно? Надеюсь, у тебя что-то есть. Больно? Ой. Как видишь... А это зомби был. Тэпни... Надо точку смерти, да, Костя? Тэпни... Я не могу, тэпнуть, у меня... Прав... Должен, прав... ты прав... можешь. Прав нет, прав нет, прав нет, прав нет. На Г! Нет прав. Серьезно? Так. Ну, надо потом остановить. Так, погнали, куда идем? Пойдем. Алло, пошли просто по прямой куда-нибудь найдем. Я бегу по прямой, куда будем. Куда могу бежать, бегу. Беги за мной. Я потерялся. О, Дэн, я что-то там вижу по карте. Вот куда. Нет, нет, левее наверни. Налево, налево. Вот туда, видишь? На карту смотри. Что-то да. Это мобы. Какие мобы там данж? Ну какой-то, ну, типа. Ноубьем. Ой. Кленовый лес. Бобер? Бобер, курва. Я ничего не знаю, нормально посмотрел. Что здесь странно? По крайней мере, я наш ходячий гриб. И он издает звуки жителей. Ага. О, так, это песочный лес, что? Подожди. Хейлстоун. Американский гидролак. Вы добрые? Дайте, тэпнись ко мне. Ну, я тебя по карте могу видеть. Это каких-то жителей нашего. Ладно, тэпни. Ты где вообще был? А, ты не подал. Ты далеко от меня был. Ты ящеры? Ну они добрые. Кобальт. О, грибок. О! Блять, зря я это сделал пока. О! Дэн, на тебя вся братва погнала. Дэн, они бегают быстрее нас. Ну вообще у меня броня дает быстрее бежать, что. Я не могу их догнать. Я в море. Да нормально, нормально. Стой. Они на меня загрелись. Два удара. А с них что-то падает. Ой, я вижу. Бронзовый слит. Бронзовый слит, ребят. Да. Стой, стой, стой. Хочешь заценить, что я сейчас могу себе скрафтить? Во-первых. Ах ты шлюха. Чё ты себе можешь скрафтить? Верни мне мои алмазы. О! Долбоёб. Ты меня обидел. Забирай слиток. Ну ладно, и тебе надо. Забирай. Не, мне лучше это. Кирочку. Ну, мне тогда скрафтай. Кирочку. Ладно, а ты мне дай это палки, вставь или нет. На меч тебе да. Хватит. Надо. На меч. Не, меч не надо, у меня есть хороший меч. У тебя еще два есть алмаза? Я тебе последние два дал. А, ну ладно, тогда забирай. Факел есть. Рыбная сетка есть. Перекинь. Ох, ебо. А, ну это говно, а не. Какой? Да вот, балансированный сейчас. Дай-ка позри. Ох-ка, уф. Дэн, хочешь, я тебе могу вот это дать? Чё? Кстати, там все таки что ты мне кинул? Где ты взял? Были бы стрелы к нему ещё? Дай мне изумруду парочку. Ну все, дай мне все изумруды. Я сейчас... О, что за меч? Ну вот этот сбалансированный. Чё он делает?
костяной лук. А у нас нет ничего там, например, сортировать лошадь? Ух ты. Прикольно. Сортировать лук. Зацени, короче, что я нашел в... А у тебя есть железо, Лен? Дай железо, пожалуйста. Три штучки только. Есть еще золото 28. Да нет, золото не надо. Что там нашел, показывай. Ну, ой, начитай. Акробатика 2, быстрое вращение 3, ой, 2, огненная сосредоточенность 2, сила 2, сила 3, сила 3, острота 3. Нормально. Ладно, короче, я пошел, давай. А я... О, тут деревянный нагрудник есть. Броня деревянная. Интересно, так, как больно он держит его в руках. Так. Вот, смотри, видишь? Не как обычный лук. Нет. Ну, типа, перпендикулярно. Типа, да, типа как... Что за это? Горизонтально? Горизонтально? Да, да, типа как арбалет. Уф. Уф, какой я красивый. Короче, пошли. Слышь, а вот так, как будто сериал какой-то, типа. Ой. А я не привыкну к этой фигне. А он тебе больно наносит это? Ну, одну хп оставляет, конечно. Что, давай где-нибудь домик, может, построим? На этом не закончим серию? О, какие-то звуки громкие. Ну, в море, да. Погнали, погнали туда, в том месте. Бронзовая морская ракушка. Ой, мои уши! Это я сделал. Ты где? Это ты? Да, я раковину морскую взял. А я думал, я типа это мечом так шибанул по листве, то что типа, знаешь, по металлу типа такой звук. Что за подойди, подойди, нас... подойди ко мне, подойди. Подошли. Прикольный звук. Сначала был не очень. Кстати, надо вот это добыть, посмотри, что это. Это соль. Осуждаю. Солевая. Это что, хазбик? Автохазбик? В смысле? А ты посмотри, у него как будто эти бородки вот эти вот. Как бородки. Ну, посмотри на ее рожу. О! Это дагестанская овечка. Дагестан. Или казахстанская какая-то. Давай, Дэн, создай лодочку, погнали попробуем сюда. Кабанчик, кабанчик, кабанчик. А я куда-то в лес пошел. А во, вижу. Там это, я забыл, как называется. А, с рогами такие, большими. Не антилопа, а это. А, не, это уже это не то. Это олень. А на этот похож не по-другому. Что, это гуала или кто это? Где ты, мразь, находишься? Подо мной. Кутик. О, Дэн, иди ко мне. Я тебя отбежал далеко. Может, давай деревья найдем, потом встретимся? Ну, давай. Давай, ищем деревья. Это телепортатор. Ну если что, я сейчас вот эти... Здесь в том биоме, который... Я лимон нашел. Я на пляже. Не, у меня сейчас зимний биом открылся. Ну как зимний? Он закончился уже. Он тут обнял. Мало его было. Но если что, сейчас я вот это, где мы бежим, ищем норм биом, я этого перемотаю. Ускоренно поставлю. Ага. Ты как? Можно, наверное. Проще просто. Я вообще записываю, я записываю. Нормально. Такое бывает. Человек забывает, когда записывает, когда нет. И опять этих
Ой, я нашел кобальта воина. Что? Кобальт воин? Кобальт воин. Вот эти вот динозаврики. Понял. Я нашел оленей. Я нашел динозавров. Ой, не динозавров, а драконов. Вторая оленина падает. Драконов. Именно драконов. Да. Драконы, ну, они маленькие очень. Они дружелюбные. Ну, и да, маленькие. Они жрали... Где? Ой, какие хорошие! Они съели зомби? Нет, барань. Стоп, их вроде можно мясом приручить, дай попробую. Нет, я не могу. Ладно, я и пока пробую, я пошел искать дальше. Так, может, другое мясо по кайфу? Я ленивый. Так вам каким пробовал, бараниной? Да, с говядиной. Ой. Говядина. Я данж какой-то нашел. Деревянный. Понял. Сейчас я пойду, да, посмотрю, что там нужно. Это дровянистый пляж прошел? Да. О, опять эти маленькие чипсики. А это как этот обычный данж, короче. Ну давай место для дома искать хорошее по данжу, потом в следующей серии по данжу пойдем. Не, просто поставь метку. На следующий раз это проводам и все. И будешь так. Зато я нашел кузнечный шаблон. И костяные по ножу. Необычный кошелек с монетами заберу. Игрушка от Целот. Три железных слитка. Все, я забрал. А, ты сзади меня бежишь. Я игрушку Целота хочу спасти. Ой, опять дракончик. Подожди, а у нас есть чем пережарить жрачку для хавать? Ну, у меня дофига дерева. Можно этим. А камень есть? Пошли, давай я тут. Давай тут закинтуемся в первое время. А в следующей серии продолжим. Вот тут. О, тут железо. Помогай копать. Подожди. Ёпту налево. Блоки, ёпту. Всё, я накопал тут. Ой. Сейчас, погоди. Я кленовую дверь, смотри, какую. Монетки упали. А, с них и щит выпал. Это я щит кинул. Че, к вам что ли? Медная монета. Ну, медная монета тоже. Так, это сюда. Это так, мусор, это мусор. Вот мне мусор, зачем ты ебало кидаешь? Ну тебе места, может, много, я че знаю. У меня вообще его нет. Давай, скидывай мне мусор. Смотри, стой. Мусор мне скидывай. На. Щелкунчик? Хорош. Урон 8. Да вот, я тебе сейчас... А чё щелкунчик? Ладно. Таксик. У тебя камень есть? На.
посмотреть на Элли. Вот так вот, вот так вот так. Так, ну первые две ветки я вкачал полностью, то есть одно сердечко есть, 3 урона в дальнем бою, 3 урона в ближнем бою. Так, давай, сколько ты вкачал именно по этому? Я... 6. Раз, два, три, четыре, пять. Я считаю, 5 вкачал. Смотри, если считать еще универсал, то получается 7. А, если считать универсал, то я так и так 6. Я с универсалом читал, ой, с воином читал. Игрушка целая. Положи ее обратно, моя игрушка. Нет. Она мне на башке. Ах ты сука. Ах ты тварь. Стой. А что, ладно, как это выглядит? Всем привет. Ой, всех. Стоп, подожди. Ой, она такая-то маленькая. Друзья, а что эта игрушка делает? Она крипер распугивает? А я вот не знаю, распугивает или нет. Смотри там. Ну маленьких зомбиков точно не... Ну удачи. Да, не открой. А, закрой. Ну короче. Чё? Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, не только мой, вот этого дурака. Ставить лайки, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить моих новых видео. Всем удачи и всем пока. Всем пока-пока.